Добрый день. Добрый день. Добрый день. Как зовут вас? Таисия. Таисия. А тебя? Саша. Саша, очень приятно. Меня зовут Аня. Мы сегодня с вами, ребята, поболтаем. Ну, вы как вообще? Не боитесь камер? Ну, со Стешей мы уже знакомы. А тебя как зовут? Мелания. Мелания. Очень приятно. Ну, как дела у тебя? Расскажи, пожалуйста. Нормально. Хорошо. А что хорошего? Мы ходили на Байкал потом. Сегодня? Ну, нет. Когда мы были в деревне, мы ходили на Байкал. С родителями? Да. Что ты любишь в жизни? Вот чем ты обычно предпочитаешь заниматься? Я больше всех люблю рисовать. Что ты рисуешь? Я, например, рисую цветочки, самолеты. Самолеты? А почему? Может быть, ты любишь путешествовать? Чуть-чуть люблю. Чем ты увлекаешься в этой жизни? Телефонами, телевизорами. Ты их ремонтируешь? А что ты делаешь? Смотрю. Ну, так и получается, что... Ну, что-то же тебе нравится, может быть? Ну, а косметики? Какой за косметикой? Подожди, у меня сразу к тебе вопрос. А ты умеешь сама пользоваться косметикой? То есть ты уже так профессионально красишься? Слушай, а можешь мне сделать макияж? Сколько это стоит? 10 тысяч. Ты знаешь, ну такие у тебя расценки, ты не дешевые, хочу сказать. Саш, а вот как тебе кажется, вот женщине нужно краситься? Женщинам и так нужно краситься. И так, и так? Да, все-таки? Да. Девочка, вот она вот красивая, она должна быть блондинкой или брюнеткой? У нее какие должны быть волосы, светлые или темные? Светлые. Светлые. Хорошо. А какие у нее должны быть глаза? Каким цветом? Я думаю, серые. Серые? Угу, хорошо. Таисия, ну вот о тебе кажется? Ну, я думаю, ничего важного нет. А доброе сердце? Нужно тоже. Тоже нужно. Да, не мешало бы. Потому что она будет любить, значит, правильно? Да. Что у тебя нового за это время, пока мы не виделись? Папа, ты главное, все как было. Все как было? Да. И ты также помогаешь маме? Решили побаловаться, и оба решили себя измазать тортом по лицу. Это кто, например, оба? И это папа, ты? И мама. Вот так вот. Потом они позвали меня, я такая увидела, что вы делаете, такая сказала. Я когда они ссорятся, я сразу говорю, поцелуйтесь, потому что ссориться нечего. Да. То, что они уже поженились. Правильно. Ссориться надо было, когда они поженились еще. Правда же? А уже если поженились, то будьте любезны, не ссориться. Ты с кем-нибудь когда-нибудь ссорилась? Да. С кем, например? Ну, со Стешей, иногда с Алисой. А вы дружите? Со Стешей? Да, мы дружим, иногда вот ссорятся. Я дружу с Мираторгом, а я дружу с Арсением. Ребят, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, дружба – это что такое? Когда весело. Это когда весело, правда. А когда грустно, тогда что делать? То грустить все время. Что, грустить все время? Правда же, Егор? Да. Да, правильно. Максим, ты грустишь когда? Нет. Никогда? Ну, это... Очень хороший пример. А как тебе кажется, вот настоящий друг, вот он какой вот должен быть? Ну, хороший. Добрый, да, наверное? Да, добрый. А должен ли он дарить подарки? Да, иногда можно, иногда не надо. А я больше не боюсь темноты, потому что нахмурился и пошел в темноту. Кем бы ты хотел стать? Конечно же, пожарным. Пожарным? Почему? Потому что я... Это моя любимая профессия. У меня есть мечта красиво рисовать. Красиво рисовать. Может быть, ты хотела бы стать художником, когда вырастешь? Да, я хочу. Правда? Да. А кем же ты хочешь стать-то в жизни? Не знаю, у нас... Тренер у меня такой вот, Анжелика Рюмна зовут. Я хочу стать тренером. Вначале я думала, что мы станем поваром с Алисой, а теперь я передумала. Подумала, что я хочу тренером стать. Тренером. Все-таки тренировать. А вообще, вот, девчонки, вы какой самый хороший подарок? Какой-нибудь такой секретный подарок. Секретный, какой-то оригинальный. Да, какую-нибудь копилочку.
А лучше с денежками уже сразу, копилочку. Почему? Ну, чтобы уже там было интересно. Копилочек, денежек. Какие герои сказочные тебе больше всего нравятся? Ну, мне нравится Человек-паук и Тоботы. И Тоботы? Да. Почему? Потому что я всегда обожаю Тоботов. Я смотрю Рапунцель или Золушка. Золушка. 5,5. 5? Да. А тебе, Макс? 6. А, Максим, означает ли это, что ты скоро пойдешь в школу? Да. А хотелось ли тебе туда пойти? Вот в чем вопрос. Хочется. Мне нравится учиться. Макс, а ты любишь читать книжки? Да. А ты, может быть, уже умеешь читать? Умею. Правда? Да. Ух ты, а кто тебя научил? Я сам научился. Прочитаешь нам что-нибудь? Да. Ну? А? Е. А это как? Д. Д. И. И. Е. Да. Что вместе получилось, найди четвертый лишний. Слушай, Максим, ты действительно знаешь буквы? Ты молодец. Егор, а ты умеешь читать? Ну, давай попробуем. Давай, давай. Не. А. Это и кладка. И кладка. Правильно. Д. И. Л. Л. Первая. Да. У. А я научился звук говорить. Л. У. Молодец. И кратко. И кратко. Абсолютно правильно. Слушай, кто тебя научил этим буквам? Мама. Мама. Конечно, мама. Во-первых, мы желаем, чтобы твоя мечта осуществилась, чтобы ты стала художником, если ты, а может быть, знаешь, даже дизайнер каким-нибудь. Как тебе такое? Я хочу все-таки рисовать. Все-таки рисовать. Папа, когда куда-то уезжает там, на выходных, он хочет мне какой-то рисунок нарисовать. Я рисую. Помню, как я ему нарисовала самолет радужный. Ну что, ребят, спасибо вам за это интервью. И моему брату передал привет. Как его зовут? Ваня. Ваня. Это Ваня, привет. Спасибо большое, ребята. Мама Катя и папа Илья, привет, камеру помашем. Привет. Сильно очень люблю. Привет. Я вас люблю, сестру, маму и папу. А что бы вы пожелали вот всем-всем нашим телезрителям, кто нас сейчас смотрит? В этом 2024 году. Что бы вы пожелали? Я бы желал, что мамка самая красивая. Это и баба. Я желал, что я всегда любил маму. Ну что, спасибо вам за это интервью. Разреши, Максим, я пожму твою руку. Спасибо тебе большое, Егор. Было очень приятно познакомиться. Успехов, ребята. Пока. Это Ты похож на какой-то А. Вот А. Да? Это Л.